На предыдущем уроке в указанных таблицах мы видели абсолютную ценность шахматных фигур. Это значит, что такую ценность они проявляют на пустой шахматной доске. Но доска не всегда бывает пустой, и фигуры, когда приходят во взаимодействие, получается, что ценность фигур, например, которые стоят на первоначальных позициях, гораздо ниже, чем ценность уже выведенных фигур. Ценность пешек возрастает больше к концу игры. И все вот это включает в себя относительную ценность фигур. Когда фигура вроде бы на доске находится слабейшая, но выполняет наибольшую пользу для своей армии. На примере простых задач мы попробуем определить такую относительную ценность фигур, и я заодно научу материальной оценке позиций. В этой ситуации мы видим, что материальное преимущество на стороне белых, у них лишняя пешка. Но давайте попробуем определить позицию белого короля. Поле h3 у него пока закрыто. Поле f3 закрыто, поле h4 и g5 занято и g3 своими фигурами. Поле h5 контролирует черная пешка. И несмотря на материальное преимущество, белые получают мат, потому что черные, играя ферзем на поле f5, снижают всю ценность фигур, которые находятся на шахматной доске. Король получил мат. Как я уже говорил, не всегда армия, обладающая преимуществом, способна противостоять более слабым фигурам противника. Разберем этот учебный пример. В данной ситуации вроде бы преимущество на стороне черных. У них ферзь самая сильная фигура, а за ладью имеется тоже ладья. Поэтому слон и конь недостаточно обычно эквивалент за ферзя. Но тем не менее, ферзь и ладья не могут справиться с дружной армией белых фигур. В данной ситуации ладья c6 сбивает пешку на a6, и черный король погибает, ввиду того, что ферзь не может двинуться со своего места и сбить нашу ладью a6, так как откроется удар на короля. Король получил снова мат малочисленными силами фигур. Как я уже обращал внимание начинающих шахматистов, не всегда армия, имеющая преимущество, способна противостоять дружной армии неприятельских фигур. Вот и в данном случае мы видим, что преимущество на слона и коня в данной ситуации у черных. Но несмотря на это, их фигуры расположены так неудачно, что после хода ладья c6 на e6 малочисленной, но дружной армии белые побеждают неприятельского короля. Мат. Казалось бы, что играть в этой позиции? У черных огромное материальное преимущество. Но опять-таки, дружная армия из двух слонов и ладьи побеждает неприятельскую армию. Ладья h6 под защитой слона f1 идет на поле a6, и мы видим, что у короля черных нет ни одного свободного хода. Вновь та же самая картина, что малочисленная армия побеждает многочисленную армию. То есть можно сделать вывод, что воюй всегда не числом, а умением.